Very good his name. Hello. Very good his name. Hello. Here at Atlas, our innovative full-body prosthesis will greatly enhance. Здорово всем. Здорово. Пожалуйста, прыгнем все вместе. Я прошу вас. Давай, ладно. Четвертый и третий, второй запись. Пожалуйста, блядь. Хоть одну катку команды сыграть, а то, блядь, то вдвоем, то троем. Уйди. Уйди, говорю, Матвей. Играем 2 минуты, даже еще никто, блядь, с игры не вышел. Прям удивительно. Ну, в основном выходит тогда, когда вот в начале игры убивают. Вот эту хуйню бесит, бесит, да. Аж прям, блядь. Да, да. Прав, ты прав. Сколько раз говорю, да подожди ты, говорю, заберу там, не смотри на карту там, блядь. Так самое хреновое, когда ты, блядь, пыжишься с этого, блядь, товарища спасаешь. Поднимаешь жетон, воскрешаешь, бывает такое. А он, блядь, не едешь, играет. Едешь, едешь, там. Да-да. Пустой едешь без оружия еще толком, блин, чтобы его, блядь, забрать. Он просто выходит, и тогда вот эта хуйня. Прям аж прям вообще выкаливает. Да. Надо этот бункер секретный открыть. Красный 5. Красный 5. Красный 5. Желтый 6. Красный 5, желтый 6. Красный 5, желтый 6. Nice shot! Your teammate has been killed. Get the dog tags and help them return. Ship terminal is almost ready. Excellent. Ну вот, вот. Третий вышел. Красавчик. Своих не бросаем. The safe zone is collapsing. Дальнобойность. Я точку поставлю, дальнобойность есть 60, если надо. Блядь, типа, куда-то, блядь. О, мы еще и в зоне, вообще шикардос. Кого, кого? Мы в зоне, говорю.
А, ну. Неплохо. Дробовик. Это двое, ебать. Да ладно, нахуй. The revived flight will arrive in 1 minute. Таракан. Когда дробаш поднимаешь, вот вопрос я стоит. Второе оружие, чтобы была снайперка или, блядь, этот нахуй. Да? Блин, дробовиком вообще не умею играть. Я ненавижу дробашистов, короче. Я хотел эту игру за них удалить. И мне пришлось самому в руки дробовик взять, нахуй. Заебали они, потому что... А причем, если играет дробовик? А? Я говорю, причем есть эта игра и дробовик? Да потому что у меня на моем рейтинге, ну не на этом аккаунте, на другом, это у меня аккаунт, с которого чисто с дробаша учусь играть сейчас. Вот, на том рейтинге типы только, блядь, мифики, только мифики, все только мифики, и все, сука, только дробашисты, все катки на... Короче, да, я тебя понял. Я, короче, вообще это ненавидел снайперки. Все снайпером, короче, играю постоянно. Чтобы я без снайперки играл, то, короче, я даже играть не буду. Такая же хуйня, только вот. Так получилось. Да, да, да. Только вот я позавчера решил, что я еще буду с дробовика учиться играть. И вот мне, я ж тебе говорю, каждый раз у меня выбор. Либо, блядь, дробовик снайперка, либо дробовик винтовка, блядь. Пошли наверх. Да, да, бля, нихуя тут народ. Подожди, друг. Где народ? Народ? А вот где я? На двух машинах, короче, куда-то побежал. Ты какой номер? Ты второй? Бля, ебать, ты далеко. Второй, давай, второй, сейчас второй. Я, бля, до вертика бегу. Я думаю, я с тобой здесь бегу лутать. Я не с тобой лутать. А, я на ферме, получается. Я нихуя тут народу. Я знаю, что без дробаша я могу разъебать, но, блядь, я буду пробовать с дробашом разъебывать. Да, Надо учиться, блядь. Иначе они заебали, ну, вроде уже. Вроде бы пока. Бегу на вертолет. Я пробовал, конечно, но дробовик, конечно, в упасе, дай дороги. Ну, блин, на ту месте. Да, блядь, да, сейчас. Это, блядь, ну, он убивает с одного выстрела, если, блядь, попасть в ваншот. Это, блядь, не просто оказывается. Не просто нихуя. Бля, мне еще спалили. Я уже на пути к тебе. Давай, брат, пути. Летим тебе второй, держись. Как обычно, пока мы сейчас летим, тебя запиздошь одно. Вадим. Да не снимай, сына. Блядь, даже ёбаный урод. Смотри, тут двое, короче, трое точно. А вон нас. Кончу нахуй! Пидоры ебаные, блядь! Блин, я надеюсь, что ребенок не слышит меня. Прости, пожалуйста. Да, он еще. Да нет, 2 годика еще нормально. Че, бля, петушары нахуй? Ебаные. Блять!
На тебе нахуй! Ебало, блядь! Сука! Ненавижу дробашистов, блядь! Ублюдосы, блядь! Всю игру мне нахуй портили, блядь! Ой, ой, а там снайпер, вот он, да? Снайпер, короче. Сука! Да, я вот я его снял. Все, я его снял, короче. Красава! Жалупа ебаная сидела, корила. Сука. Мне перед женой иногда стыдно, блядь. Ну да. Бля, братан, короче, на вертолет, он с вертолета отпрыгнул, короче. Ну я вертолетом подразъебал. Полетели, брат, погнали, погнали. Гоу, гоу, гоу. Он там еще? Да, вертолет полетел, он там. Вот, а нет, не выиграли. Блять, опять летит. Ну, давай нахуй, лети. Я был нахуй от тебя. Ты как зовут-то? Лёха. Лёха? Ага, меня Паха. Очень приятно. Второй, погнали. О, блядь, кто там? Четвёртый, да? Сейчас, блядь, и возьмём. Какую возьму еще? Пету ж дырявая. Сейчас проверим, как я дробашом играю. Салам алейкум, нахуй! Ненавижу, блядь, дробашистов ебаных. Сука. Ублюдосы ебучие, нахуй. Всю игру, блядь. Я не страдал. Все, брат, погнали. ХП, ХП, ХП. Гоу, 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 гоу. Еха, бля! Хороший на хабар, мне нравится уже. Ой-ой, да что ты, куда ты? Что ты принял? Вот, типочек, типочек. Надеюсь, это не обошлись. Так. Откуда нас со стороны гасили? Эйрдроп на саки. Теги га чикай ва. Можешь нам лететь, если хочешь. Ну, сейчас. Вооружусь только. О, мне напихали. Я расстроенный, мне страшно. Why not?